улучшить взаимопонимание пациентов и врачей. Такой была основная задача проекта «Право на здоровье». Благодаря этой программе создали технологии общественного контроля за предоставлением бесплатной медицинской помощи, организовали занятия по правовой грамотности. Проект был реализован в 12 городах присутствия госкорпорации «Росатом», включая и Саров. Целью проекта являлась разработка общественного, развитие общественного участия в повышении качества оказания медицинских услуг в городах присутствия госкорпорации «Росатом». Конечно, это очень амбициозная цель, решить которую в рамках одного проекта нереально, но тем не менее ставить такие задачи нужно. В рамках проекта проводили проверки, чтобы оценить качество и доступность медицинской помощи. Также обучили граждан и врачей психологическим и правовым основам взаимодействия, организовали консультационную поддержку. В результате такой работы Саров стал лидером по многим количественным и качественным показателям. Доступность медицинской помощи, она изучалась с трех сторон. Со стороны медицинских работников, со стороны общественности, да, и общепациентских организаций. И со стороны экспертов, которые, ну, как бы как независимые люди изучают этот процесс. Подводя итоги, участники круглого стола поблагодарили руководителей, кураторов и экспертов, работа которых позволила усовершенствовать систему взаимодействия между врачами, пациентами и муниципальной властью. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей Сарова 24.